подожди, не выключай этот ролик. Я понимаю, что звук в этом видео ужасный, но ничего поделать я не мог. Скоро я куплю микрофон, и звук улучшится. Спасибо за понимание. Блин, только вилка и пару дохлых тараканов, капец. Придется вилкой есть. Привет, друг. Сегодня мы будем есть борщ вилкой не из этой тарелки. И не из этой тоже. А из этой. Вкусно. Только надо разогреть. Вот и борщ готов. Очень аппетитно выглядит. Давайте приступать. Теперь небольшой спойлер. Досмотри этот видеоролик до конца. Да, он кажется длинным. В конце будет сюрприз, когда я доем этот борщ. Победный танец с моим котом! Начать будет легко. Вначале там есть картошечка, лучок, овощи. А вот потом с самим бульоном будет жесть. Страшно представить. Не, ну реально, пока я ем ложкой, я доел борщ вилкой! Ура! Ура! Я доел борщ вилкой! У-ху! Можно танцевать победный танец, который я обещал в начале ролика! Ладно. Если ты видишь это небольшое послание, друг, ну или подруга, спасибо тебе за то, что ты смотрел в скобочках «А» до конца. Я очень этому рад, и если тебе понравился ролик, ставь лайк, подписывайся. И все остальное сам решишь, что дальше. Колокольчик, комментарий, ни в коем случае дизлайк.